Илья Лагутенко. Время тепла. Время тепла, время любви, время мягких дождей. Настоящее или из сна время старых друзей. Незаметно за край и оставит меня. Время словно не знает, где такая мечта. Небо нас или небо меня. Друг не скажет прощай никогда. Враг посмотрит в глаза. Время обман, там, где любовь, время верит в себя. Настоящее время для нас жизнь проста, как стрела. Кем-то пущенную в мир, не вернуть, не поймать. Ты живешь, чтобы жить, а ищи, что искать. Небо нас или небо меня. Друг не скажет прощай никогда. Враг посмотрит в глаза. Высоко в небесах, где одни небеса, время хватит на всех, небом станет земля. Вот такие вот своеобразные стихи написал советский рок-музыкант, певец Илья Лагутенко. Родился он как раз вот именно сегодня, октября, только в далеком 1968 году, 51 год назад, есть советский российский рок-музыкант, певец и даже лидер рок-группы «Мумий-тролль». Родился он в Москве, когда Илье исполнился год. Так случилось, что папа умер, им с матерью пришлось переехать на родину матери во Владивосток. Там он и получил среднее образование в школе с китаязычным уклоном. Был участником детского хора, который гастролировал в то время по стране. 17-летний Илья сдал вступительные экзамены в Дальневосточный государственный университет на факультет страноведения, который успешно закончил. Практиковался консультантом коммерческих фирм в Китае и в Англии. В студенческие годы Лагутенко основал группу «Мумий-тролль». В конце 1980-х годов в свет выходят первые два альбома, которые приносят известность коллективу в Приморском крае. А спустя 16 лет в Лондоне появляется альбом под названием «Морская», который стал популярным не только на территории России, но и за рубежом. С 1997-го Илья и группа «Мумий-тролль» гастролируют по странам СНГ, активно занимаются записью альбомов и съемками видеоклипов. В мае 2001 года они участвовали в Евровидении, которое проходило в Дании, и заняли 12 место. Летом того же года Илья работал над выпуском нового альбома, который вышел в 2004 году под названием «Ночной дозор». Еще в этом же году вышли два альбома «Похитители книг», «Незнайки» и «Барабас». Музыки и песни «Мумий-тролль» звучат в ряде отечественных фильмов: «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Питер ФМ», «День радио», «Маргоша», «Любовь в большом городе», «На игре», «Ку», «Кин-дза-дза» и других. Дискография коллектива составляет более 10 альбомов. В свободное от музыкального творчества и гастролей Илья пишет книги. Женат уже вторым браком, у него трое детей, сын и две дочки. В настоящее время Илья Лагутенко продолжает заниматься творчеством, которое регулярно представляет на суд своих поклонников. А также он известен как активный общественный деятель. Ну, поскольку он и владивостокец, вот как бы защищает амурских тигров. Они на гербе этого города. В банистике он тоже отметился, это его заслуга, то, что Владивостокский мост появился на боне в 2000 рублей. Ну что ж, долгих-долгих творческих успехов Илье Игоревичу Лагутенко и счастья и здоровья на долгие годы. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.